прошлый раз мы скрафтили какую-то там еду, которая, видимо, усилит мой пердёж в несколько раз, и сейчас узнаем, как это вообще происходить. Давай же, не стесняйся. Морган Фриман. Чтобы съесть сырный, что-то там. Новая способность. Пауза. Пердёжная временная пауза позволяет выходить невредимым из смертельно опасных ситуаций. Жми Т, чтобы открыть меню управления пердёжной магией. Удерживай Д и право. О. Спасибо! О, новичок, вижу, ты тоже пришел помочь, заручиться с помощью класси Сики. Ходи вперед, пожалуйста. Нам надо получить лекарство для друга. Тася, тут марихуанка. Слышь. О, вашему другу требуется стимуляция ментальных ощущений или скорее расслабляющий тело приход? Я не знаю. Я пришел к вам нашего эксперта по шишкам, он вам поможет. Полотенчик? Эй, ты хочешь забалдеть? О, привет, Эрик. Такие люди, полотенчик. Да, так и было, сейчас я снова в Южном парке. Я уже больше года не употребляю. Совсем ничего. Вообще без наркотиков. И знаешь, что я хочу тебе сказать? Даже не скучаю. Да-да-да. Ты работаешь в магазине, продаю дурь? Каннабис, Эрик. И да, это круто. Теперь я помогаю людям. Бавиться от бессонницы, болеть в спине, мигрени... Стресса, во как, кстати, древние китайцы давали каннабис младенцам, когда у тех разались. Родился ребенок, серьезно? Я же ребенок точно выходит. Есть и был, я все время был так обдолбан. Даже не замечал этого. Теперь я дрожу, работаю и плачу ренту. А еще помогаю людям снимать стресс с растительными препаратами. Мы живем в бешеном ритме. Работа, налоги, пробки. А жена постоянно пилит меня, чтобы я помог ей по дому. Полотенчик, у нас кран потек. Почему ты не починишь его? А я... Че, я полотенчик, я не долбанный сантехник, сука. Классики, в которой Сэл свисает клитор, заворачивается. Не-не, тут Тао, который член свисает с Кей, трахает все остальные. Ей по душе сорт банана куш, он помогает, ей нравится половина, которая подходит. Какой? Короче, он ругается, что что-то там не так смешали. Хранители бошек сюда, пора этих мелких как следует. О май гад. Жесть. Аккуратнее, тут везде продукция. Это. Или к полотенчику. Villainy will never defeat Kuhn and friends. Я просто хочу помочь людям, избавиться от страха и прочей херни. Бесконечно. Not my kind of killing, dude. Это меня не ослабляет, чувак. This kind of stuff isn't in the employee manual. Light it up, new kid. Hey, this is my life savings in weed here.
Свечок жги! Чья-то жжём, не волнуйся. О, я могу сейчас троих сразу атаковать. Я его подставлю вот так красиво. Вот это было серьёзно. This is what a pissed off towel looks like. Ah, Major Cook. I like my job because I'm constantly. Снова они встали на одну линию. You're not gonna know what hit you, but it was definitely the king. Yeah. I think I need stitches. Fuck him up, Idaho. Блин, они не сдохли еще. Что за фигня? You kids take your bad attitude somewhere. You got screwed. Oh, sure. I got 5 minutes for lunch, but you can lay down on the fucking job. Да я сам сейчас сдох. You kids aren't the boss of me. Суперспособность. Avert your eyes, children. The coon is about to get into some adult situations. What kind of juice black magic is this? Meanwhile, тем временем клубе суперкорешей. Let all debts be forgiven and all slaves free. Будут прощены все долги, отпущены все рабы. Это неплохо. Горение пока не прекращается. Может быть, надо подождать, надо убить сначала этого, наверное. Что теперь с суперплотенчиком делать? Что с ним надо сделать? О, ожог работает на него. Чё ожог ему сделал? В этом бою есть специальная цель. Рассказать подробнее. Нее как что-то надо с ним сделать. This might sting. Может его в какую-то ячейку засунуть? Ну, как я понимаю, так. Видимо, в одну из этих куч его надо как-то засунуть. А, может быть, надо все вот эти разрушить? О,
figured you'd burn that one too, make it a real party atmosphere in here. Light up that last pile. Ага, да-да-да, понял. Последнюю надо все делать. Окей. Some rabies. Look out, villains, the coon. Енот ест лис, интересно, это нормально? Не лис, а сыр. Давайте кастанем на него что-нибудь. Нет. Да что ты меня бьешь, чувак? А, его еще и поджечь надо. Поджечь нельзя. Поджечь нельзя. Ладно, тогда сделаем по-другому. Step aside, coon friends. Daddy's home. Oh, by the way, I'm still on fire, you guys. Your leader is like burning up here. Get lit. Walk it off, butt lord. Prepare to be shredded. Здоровье, да, это маловато, конечно. Горят 4 кучки из 4. Так. Теперь надо понять, что с этим вообще делать после. New kids naturally flame retarded. Привет, парни. Ну все, наконец. Понятно, то есть это, короче, передышал всякой хренью. И чтобы его успокоить, надо было зажечь всю эту фигню вокруг. Наркоманский музончик играет. Нормально. Начинающий охотник. О, это для классики. Я заверну пару кусочков гашиша. Экстракт Гранд Дэдди Пёрпл Шеттер за счет заведений. Заходить любое время. Потусуем. Далее полотенчика. О, это пердящий мститель. Меня теперь узнают. Вау, вау, вау.
И как туда подняться? Ладно, походу пока... Нет, давайте не сортир садиться. Походу пока никак не получится это сделать. Окей. Или я не понимаю, как это сделать. Но вполне возможно. Так, куда мне надо там отправиться? А тут никак не дойти. Значит, пешочком дойдем, тут, в принципе, близко. Красная лего — это лава. Прикольно. Видишь, вот он еще пришел. Ты принес лекарство? Я искренне, блин, надеюсь, что принес. И как раз вовремя, это я благодарю Господи, мне позарез нужна эта хрень. Если я не получу свое лекарство, у меня крыша появится. Чёшь, о чем я? Косячок, блин, закурила. Ладно, ладно, ладно. Вот теперь мне намного лучше. Ладно, слушайте, вам надо пойти на склад храни сам, именно туда они свозят котов. Слышите, о чем я? Отлично, енот, это скороход, новичок, выдал информацию. Ну, что-то узнал. Она указала на склад храни сам, это на северо-востоке города. Воу. Он говорит, что ты вчера нас выручил. Спрашивал меня, сможешь ли ты помочь сегодня. Думаю, что ты сможешь как следует помочь городу, малыш, но тебе стоит научиться играть по правилам. Воу. Поговорите с детективом. Окей, пойдем поговорим с детективом все равно. А, новичок, ну да, вообще оказалось, что пол это чуть сложнее, чем то, о чем мы говорили вчера. Вот теперь нормально, селфи работает. Attacking a powerful snow woman, huh? How typical. Nevertheless, we persisted. О, клей Эдгара. Вторая штука. That's a good fourthy. Come a little closer. Да ладно. Как он так далеко подошел? Я не успел выйти из этого дурацкого режима. Ну ладно, придется победить его. Let's dance. I mean, not literally, because I don't dance. Let's punch. I'm gonna crush you, pussy! Microaggression! Hit him! Whoa, whoa, whoa. Full disclosure. А, вот для чего нужна эта микроагрессия. То есть, когда микроагрессия проходит, я могу по нему ударить. Thanks for standing there like a little bitch deer in the headlights. I'm counting on you, partner. Минус один, ну, заморожен, по крайней мере. Кстати, жесткий, по 250 здоровья уже прилично. И твой парень массаж делает. Парень? О! Вот это серьезно было. Минус 3. Ну, по троим ударил. Сейчас тоже, правда, он по двоим ударит. А, не, нормально все. Получится. Да, давайте этого ударим.
Mega Palm Hook. Not bad, Super Craig. But try not to slouch next time. Only if you try not to be a dickweed next time. It's a deal. Dramatic coon move incoming. Блин, кого я атаковал? Я хотел другого атаковать. Минус? Нет, не минус. Вот тебе четвероклашка. Еще 58 защиты. Не, ну вот этот чувак вообще очень крутой. To improve the student-to-teacher ratio for you forties. Не стал я его спасать. Ну и ладно. Да, мать твою! О, вот оттолкнул вот так. Get excited. Не получается мне нормально все сделать. You've got this, butthole. Nice one, you kid. О, ожог, он может сейчас умереть. Ну, я тоже не видел, значит. Гаун обжора. А, это же инсулин, точно. Волна фруктозной смерти. И опять енот всех мручает. Лежа на полу просто. Мордой в пол. Ну да, всех выручает. Так, что за велосипед? Сломал. Пока не найден. Значит, пока я еще не могу открывать это. Чуть позже получится. Так, в школу и в полицейский участок. Скорее всего, сначала в школу надо зайти. Что-то там с полом решено. Сюда. Котяра. Воу, ниндзя. Профессор объявил награду за голову этого героя. Я популярность. А, это комьюнити центр. Надо. Это школа. Дальше.
next break seems so far away. The library is closed, and I need to study. Oh, another? Okay. Уже делали? Ну, ладно. Maybe don't screw around this time. I knew you'd screw around. You think you can do it without screwing around? О, баловство. И чё произойдёт? Well, okay, ладно, валяй. А-а-а. Типа нельзя было двигаться? Окей. Окей, now don't go screwing around. Come back tomorrow, eh? Так, надо попасть наверх, я думаю. Давай, чувак. Давай, летающий змей. Ready? Нео Экономикон. Всего один поцелуй. South Park could use some more female heroes. Так, отлично. Похоже, что твоя задница творит невероятные вещи. Возможно, ты можешь остановить время своим этим. Вот что можно делать. А, надо было отключить, я понял. Ну и чё? Походу, надо просто войти в класс. Да? Или не получится это сделать? Я не могу пройти. Еще разочек. А, о, надо вот это сделать, я понял. Все, вот, теперь нормально. Не. Лежи там дальше. Отлично, спасибо, что пришел, присаживайся. У меня есть кое-какие новости от директора. Он сказал, что мы не совсем точно определили твой пол, в смысле твой гендер. Но он дал мне кое-какие рекомендации насчет того, как исследовать твой гендер более досконально. Ладно. Считаешь ли ты, что твой пол от рождения и твой нынешний пол совпадают? Ладно. Okay, great. Ладно, отлично. В общем, как ты понимаешь, это означает, что ты так называемый цисгендер. Ладно. Отлично. После пола нам следует поговорить о сексуальной ориентации. Многие люди путают пол и сексуальную ориентацию, но это не одно и то же. Это неправильно, это плохо. Ладно. Итак, как ты опишешь пол тех, кому ты испытываешь сексуальное влечение? Okay, so ладно, так, ты придерживаешься так называемой гетеросексуальной ориентации.
О, а вот и пятый уровень. Большая ячейка, еще одна. Ну что ж, я очень рад, что мы поговорили. Просто будь начеку, ладно, потому что есть масса людей, которые могут неправильно тебя понять, тебе придется жить с этим, ладно. В общем, ну заходи в любое время. Ну офигеть. Сейчас у меня враги новые появятся. Так что посмотрим, что у нас там с артефактами. О. Отлично, с полом разобрались. Возможно, последний раз, может быть, еще и нет. В следующий раз узнаем, кто на меня теперь нападет. Кому не нравятся гетеросексуалы. Всем пока!